Нет никаких сомнений, что каждый спортсмен, даже самый юный, заточен на улучшение собственных результатов. После долгих недель тренировок среди воспитанников бассейна «Дельфин» проходил отбор на внутренние соревнования. Из 5000 ребят отобрали чуть больше 200 – тех, кто мог претендовать на повышение своего разряда по плаванию. Хотелось видеть, чтобы они улучшили результаты. Заявленное время есть. Вот заявили 41, а проплыл ребенок 39. Значит, мы идем по тому пути. Значит, тренеры правильно работают. И хотелось видеть огонек в глазах ребят. Юные спортсмены переживают за свои результаты. В 9 лет Виктория Таранникова уже обладает первым юношеским разрядом, но, несмотря на победу в заплыве, улучшить свое время ей не удалось. Девочка признается, что придется приложить еще больше усилий для выхода на новый уровень своих спортивных достижений. Тренер отмечает высокий потенциал юной плавчихи, которая грезит мечтами об олимпийском золоте. Я ухудшила свой результат на 2 секунды. То есть я проплыла за 39, а на тех соревнованиях я плавала за 37 секунд. Матвей Петров занимается плаванием уже 6 лет. Сейчас мальчику всего 9, однако он усиленно тренируется, чтобы получить первый юношеский разряд. Его главным примером в спорте, как и для многих других участников соревнования, является прославленный воспитанник бассейна «Дельфин» Евгений Рылов. В своем заплыве Матвей одержал победу над сверстниками и показал свое лучшее время на данный момент. Но на этом он не собирается останавливаться. Да, я улучшу свои показатели. У меня еще второй разряд. 40 секунд. В дальнейшем все-таки кем хочешь стать? Олимпийским чемпионом. В заплывах также приняли участие воспитанники клуба для особенных детей «Самоцветы» при бассейне «Дельфин». Игорь Поляков начал заниматься плаванием только 1,5 года назад, но уже активно принимает участие в соревнованиях. По его словам, за это время он смог научиться всем базовым основам этого вида спорта. На эти тренировки меня привело прежде всего стремление развиваться в плане развития своего здоровья и своих успехов в занятии спортом. Громкую поддержку юным спортсменам оказывали родители. Они с гордостью наблюдали за успехами своих детей, которые старались изо всех сил улучшить свое время. Однако, по мнению спортивного врача Александра Маловика, чтобы избежать травм, пловцы не должны сильно перенапрягаться. Моя задача как спортивного врача состоит в том, чтобы эти занятия были полезны для них. То есть, чтобы тренер, рассчитывая уровень физической нагрузки, не превышал резервов молодого организма растущего, да, то есть задача наша в том, чтобы спорт был во благо для здоровья, чтобы он был оздоровительным. Чтобы улучшить свои физические возможности, дети прошли через долгие и упорные тренировки. Соревнования лишь промежуточный, но важный итог, которого является уровень спортивного развития каждого пловца. И у многих участников есть все необходимое, чтобы в дальнейшем они радовали страну самыми высокими спортивными достижениями. Однако для этого придется много тренироваться. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.